Все не помню, как выяснили, но что? Здрасте, здрасте. Видите, тут опять подвоет, тут какие-то тёлки. Вот еще дедушка сидит. Вот, как видите. Я тут не одна гуляю с новыми. Вот еще с новыми наушниками. Хотя я не просила, но все-таки спасибо маме. И вот, погодите, помните. Я не одна гуляю со своим Конором. Хотела кое-что сказать. Завтра я выпущу клип, а сегодня просто еще показать, как мы с кем другим гуляем. Да, мы еще на качелях тут чаще всего качаемся. А? Да? Ну скажи что-нибудь. Не скажи. Хотя, что он скажет, он не умеет говорить. Ой, кстати, насчет Конора. У него, ну, не клип выйдет, а вот эти, ну, подборка несколько фраз. Ну, и все фразы. Ну, я несколько моментов вырезала, потому что все-таки Детройт это как бы наполовину кино, и не очень еще для детей. Хотя я много разных фильмов повидала и сериалов. Потому что с мамой и бабушкой. Так что все нормально. Сидим такие, да? Сидим, никого не трогаем. Ой, ладно. Сейчас буду выключать. Дайте мне качаться. Короче, с вами была Лена Рашитова. Всем удачи, всем пока.